конечно, не можем обойтись без практичных моделей на каждый день, утепленных. И это жакет Дунай. 2190 рублей. Расскажи нам, пожалуйста, почему этот жакет мы сегодня представляем? Мы сегодня представляем практически хиты. И жакет Дунай действительно хит, находка сезона. Обратите внимание на мягкость. Это вязаный жакет. Как эксперт, я рекомендую вам этот жакет с натуральной шерстью для того, чтобы моделировать силуэт. Во-первых, вы наверняка не встречали жакеты такого плана на молнии. А наш жакет Дунай именно на молнии, не на пуговицах. И именно молнии дают нам возможность еще больше внимания уделить силуэту. Это теплый и красивый жакет, который будет вас стройнить за счет пояска. При этом вы можете носить его и без пояска. И, конечно, почувствовать себя комфортно, в комфортной ситуации, как будто вы находитесь дома, но при этом вы где-то по своим делам можете ходить. Спасибо за такое подробное описание. Ведь сразу вы не обратили внимания на молнию. Действительно, вы посмотрите, как это удобно. Никаких тебе пуговиц, никаких навесных петель. Все аккуратно, по силуэту. 2190 рублей. Именно поэтому мы предлагаем нашим женщинам даже большие размеры. 60-й. То есть 60-й точно сядет хорошо, да, по фигуре в связи с молнией. Абсолютно верно. Посмотрите на нашу модель. Вы видите, что она у нас 52-го размера. Она надела жакет размер в размер. И в данном случае это жакет именно для зимы. То есть это жакет для холодной погоды, но вы видите, что несмотря на 52 размер, в данном случае наша модель Лали, она выглядит очень изящно в этом жакете, который вязаный. А как правило, вязаные вещи очень объемные. Посмотрите внимательно рукава, да, то есть это вязаный жакет, который позволяет нам чувствовать себя комфортно и удобно. Он вязаный, да, но он не видите? Такой объемный, как свитера, я правильно тебя понимаю? Да, абсолютно верно. То есть это плотная вязка, сделанная очень качественно. Это возможно почувствовать себя женственной, несмотря на то, что на нас объемная вещь. И, конечно, приталенный силуэт за счет вот решения пояска, за счет карманов накладных. То есть это еще и функциональность, и возможность почувствовать, что этот жакет поможет вам решить какие-то свои повседневные ситуации. Но, ты знаешь, я думаю, наши женщины хотят выглядеть элегантно, не хотят выглядеть ярко даже каждый день. И вот этот принт, посмотрите, серый, черный, белый, очень контрастный принт, он вас украсит. При всем, что я вижу, что можно сочетать вот эти черно-бело-серую гамму с любым абсолютно низом, я права? Абсолютно верно. Обратите внимание, что у нас жакет представлен в двух вариантах: с юбкой и брюками. И жакет, и это является классикой жанра. Вот есть такое понятие, как капсульный гардероб. Так вот, капсула составляется из разных вещей, и вот как раз жакет это номер один, который потом дополняется юбками либо брюками. В данном случае вы видите, что у нас брюки Татьяна. Вот. Так, юбка Надин на ваших экранах. Внимание, цвет тыковка. Вот, нравится этот готовый образ. Записывайте, юбка Надин, цвет тыковка и жакет Дунай. А еще наш жакет можно носить и с брюками. В данном случае Лали выбирает брюки Татьяна. Да, абсолютно верно. Обратите внимание, как по-разному смотрится один жакет в ситуации. То есть это классический элегантный стиль. Вы можете в этом пойти куда-то в гости. При этом жакет выполняет уже роль практически верхней одежды. Он достаточно теплый. Здесь в составе натуральная шерсть. Поэтому вы сможете быть уверены, что он четко защитит вас от непогоды. При этом здесь воротничок, видите, отложной. И при желании можно его присобрать так, чтобы сделать воротником стойкой. И тогда никакие холода вам не страшны, и будете чувствовать себя удобно. Ты сказала, что здесь есть шерсть. Можно я подойду на секундочку? Мне очень важно вот лично убедиться, наши телезрительницы, когда слышат, что есть шерсть, послушай, ведь он очень мягкий. Почему? Да, он абсолютно мягкий, не колючий. Настолько вязаное полотно сделано грамотно, и при этом за счет принта, видите, что присобирается как бы силуэт. Видите, несмотря на разные размеры, вы можете чувствовать себя стройной в достаточно такой вот теплой вещи. Да, вы знаете, это важно. Когда, вспомните, вы одеваете, например, свитер надеваете, или водолазку объемную, или, конечно же, у вас наверняка есть жакет на пуговицах. Вы выглядите старше, вы выглядите толще, но только не с нашим жакетом Дунай, потому что он у нас утонченный в прямом и переносном смысле, утонченная вязка. При всем при этом здесь есть в составе шерсть. И я напомню, кто не помнит или кто, может быть, подзабыл, что жакет Дунай – это хит продаж. Смотрите, на него телеканал ставит сейчас цену Shop & Show 2190 рублей, а это значит, что скидок уже ждать не приходится.
То есть вы сейчас, либо никогда. Заказывайте сейчас жакет Дунай. Отличное соотношение цены и качества. Жакет Дунай с интересным принтом. Это теплый вязаный жакет, который послужит вам верой и правдой даже в самую суровую зиму. Отличный образ для разного настроения. Друзья мои, жакет Дунай. Отличное предложение.